пики Virtus Pro, каких-нибудь Team Liquid, у них зачастую залетает Паша на брюмастере, какая-нибудь Земелья, или, ну да, какой-нибудь Земелья, Бэтрайдер, ну вот такие вот не супер прям ультра боевые персонажи. Здесь же абсолютно каждый герой способен выдавать огромное количество магического дэмэджа, ну там дальше физический дэмэдж от Гули и от Террорблейда будет вылетать, и контроля более чем предостаточно. Хорошо. То, что лагов нет, это меня уже радует. Вот какой-то чел, я вижу, здесь следит и следит адекватно. Значит, в принципе, можно расслабиться и наблюдать за игровым процессом. Сразу же смог от команды Хоа. Давайте пройдемся-ка мы по драфтам и по никнеймам, пока никакого замеса не было. Итак, Клит, мидер команды Хоа, будет стоять на Деспрофите в центре. Сол — это кэрри коллектива Хоа. Берет для себя Террорблейда. Либо Мат, либо Конг. Кто-то из них третья позиция. Точно утверждать не могу. Но судя по карте... А тут как бы по карте судить-то нечего. Давайте посмотрим по Затарчику и узнаем, кто третья, кто четвертая позиция. Слушай, тут и Мат вроде как фармить хочет, но у него вот есть вардетки, это меня смущает, да. Вероятнее всего, Хонг — это третья позиция, Сэнд Кинг, Мат — четвертая, Ромище, Леш, Рачина, ну и... Трекру — это саппорт пятой позиции команды HOA. Команда Anity Gaming, я сейчас говорил про филиппинский коллектив, Anity Gaming — это коллектив из Индии. Пятая позиция — Запфета, Визари у нас на ромящем Фурионе, Дивайн, нет, подождите, Визари — это третья позиция Фурион, Дивайн — это пятая позиция Лич, а Запфета вот тогда уже получается, да, здесь есть на ромяще Шадоу Шаман. Мун и Каствей разделили между собой Лайфстиллера и Зевса. Зевса, который стоит на центре. Здесь встреча. Мун и Конг видят, по крайней мере, одного уже. Мун с Конгом встреча. Дивайн подошел. Винтер Виверна. Флай. Дивайн замедлен. Сейчас должен быть хороший подкоп от Конга. Да, он действительно есть. Запфета пришел. Здесь еще подсовите. Сплит Earth залетает. Дивайн сразу же отлетает. Первая кровь для Хоа. На разброте Конга забирают. Запфета молодец. Ну, я думаю, если бы Запфета выкачал сразу же Хикса и начал хексить Конга, то можно было бы обойтись и без фрага. Тут уже Клит подошел, какой-то агрессивный у нас индийская дота. Вот за таким действительно интересно наблюдать. Растычковочка. Очень больно сейчас Запфета просто затычковали парня. И что у нас будет по рунам? Вижу, Anity Gaming забирает одну, Хо забирает одну. Ну, там Фурион, наверное, еще одну для Anity соберет. Да, нормально. Ну да, в принципе, 1-1 по рунам. Общий счет. Ничья, конечно, 2-2, ну так условно это ничья. Мун тут, вероятнее всего, будет. До Мидаса он не доживет, потому что Террор Блейд — это не тот персонаж, который будет позволять там лайфстиллеру говорить: да, братан, нормально, у меня вот 20 минута, Яша есть, там даже может уже Манта ставил на 25-й, практически Скади готов, мне как-то без... Ой-ой-ой, там курьерчика кто-то подрезал, я не уследил, наверное, в центре это сделала Винтерс Виверна. Красивая работа. От Мата. Нет, не Мат, это у нас Трикру. Трику. А что у нас в центре? А что у нас в центре? Зевс идет. Ну, раскачечка 1-2, типичная. 30 скилл, естественно, ему не надо. Крипсваром пытается Клит что-то подфармливать. Ну, вот Зевс на самом деле хороший пик против Деспрофит. Я так смотрю на общий раздрафт команды. Хо! Опа, на насос пошел. Агрессивная дота в центре. Мне кажется, здесь может даже кто-то умереть, если один ТП и будет на центральную вышку. Но нет, там ребята просто любезностями так разменялись. Визари с Блайтстоуном. Очень много дэмэджа сейчас. И действительно может на давать по щам тому же самому Тикру. Сол через метаморфозу сразу же юзает. Естественно, крипов надо добивать и отпугивать врагов. Позиция правильно. Arctic Fly замедляют Визари. Или Arctic Burn, я не знаю. Но у Визари очень мало хп. Слушай, а вот чего ж ты, Сол, не идешь? С твоими-то иллюзиями можно и как-то либо его на базу прогнать, либо заставить как минимум отпить фласочку. Ну, тут сплоховал. Сплоховал Кор. Ребята понимают, что Best of 1 серия. Тут слишком сильно наглеть, так или иначе, ну, непозволительно. Угарный видос был. Да, спасибо, братан. Чё, на кого хату ставим? Ну, пока что мне больше нравится пик Хо. Провязал тут Shadow Shaman Winters Viverna. Винтерс меня жрёт. Ой, хороший Эйзер Шок. Под конец не хватило немножечко, буквально 10-15 секунд до Arctic Burn. Arctic Burn. Arctic Fly я назвал. Нет, это все-таки Arctic Burn. Реген там Castway взял. Слушай, тут, конечно, Зевсу подфартило. Третий уровень у Клида. Нету маны. У Castway еще половина маны
присутствует. Есть какой-то захил у нас у Винтус Виверны, я не знаю, вот ей курьер там что-то несет, или это просто такой курьер бегающий. Курьер стилище Экспо, будем называть это так. Ага. Если 13 на 11 у нас стоит Death Prophet, кастовый от нее не отстает. В принципе, даже если Зевс выфармит что-то там быстрее этой самой Death Prophet, то есть Sand King и Лишрак. Это те ребята, которые не позволят сбавлять темп Хоа. А как раз таки Хоа и их драфты направлены на то, чтобы четенько и быстренько начинать разминать башню. Так вот, к моему разговору о Террор Блейду, он не позволит... Ну, улетит, да, мат улетит, не хватит просто-напросто дэмэджа. Террор Блейд и его компаха не позволит команде Anti Gaming просто так давать время и спейс, чтобы Мун мог что-то там, где-то там нафармить. Знаете что, вот мы сейчас наблюдаем от лица какого-то частного комментатора, сейчас я даже скажу, как его зовут. Так, подожди, чел, Джон Иксфайр, это, по-моему, индиец какой-то, точно сказать не могу, и если сравнивать и когда трансляции с Рухабом, когда я смотрю конкретно, как Рухаб показывает, видна разница. Оказывается, есть отдельная такая профессия, называется обсервер, ну, типа, как обсервер вард, это парень, который обозревает. Его задача, это он где-то сидит сзади, ну, нет, не сзади, он сидит в своей отдельной комментаторской кабинке, у него три монитора, один монитор показывает, что происходит в студии, второй монитор показывает, как карта вообще ну, вот то, что мы сейчас видим с вами, и третий монитор, там здоровая такая балда, где просто видна мини-карта, и от парня требуется забиндить правильно кнопочки, чтобы там на 1, 2, 3 быстренько переключать позиции камеры, то есть не только на героев переключаться, но и позиции камеры переставлять, чтобы комментировать. И там мы видели, это очень быстро происходит, ребят практически без мышки справляются. Здесь же мы видим, что парень частник. Такого, к сожалению, нет. Ну вот, то есть, вот так. Я прям реально офигел. Я знал, что не просто так. Может, какие-то бинды автоматические на Рухабе есть, которые камеру сдвигают. А нет, оказывается, там просто чел сидит и часами смотрит доту. Не комментирует, а именно вот прям прокликивает. Конг, куда ж ты идешь? Соло на диване? Диван тебя сейчас просто затычкует. Окей, у тебя есть сэндшторм, но надо было прокликать. Парня, у парня. Сентри вард есть. Тычка последняя залетает. Да, от дивайна, Конг. До свидания. Ну вот такими темпами на самом деле стратегию Хо я ставлю под сомнение. Мэтт я вижу наверху, по-моему, нет, внизу он и не стоял. Парень далеко зашел, если тебя сейчас подловит этот самый Лич, Лич я вижу обходит спину, окей, у тебя есть сплиторс и диаболики, ну как тебе это поможет против двоих, я честно говоря не знаю. Конг ничего не нанюхал. Наверху его там попустили. Его Лич соло затычковал. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. Не подрасчитал. Думаю, сейчас я помогу своему мидеру. В принципе, если сейчас сделать фраг на каствее... Там... А, я понял. Сейчас уже придется самому прокликивать. У меня, по-моему, стала мышечка. Да, сейчас придется самому прокликивать. Окей. Ничего страшного. Диаболики подрубаются от Мэтта. Мэтт дает, пытается, по крайней мере, дать свой сплиторс по Дивайну. У Дивайна все в порядке по ХП. Парень жив, цел, орел. Ну вот, один против двоих выходить нежелательно. Там, если что, можно подкопаться. А почему же не подкапываешься? Сэндшторма нет. Боится, боится. Второго уровня Конг — это плохо. Хардлайнер у нас здесь, я так понимаю. Ну, я думал, что это Конг, но, видимо, по скиллу, либо еще по каким-то субъективным... Ой-ой-ой, Запфета отлетел от рук Трикру. Визари еще и подхватил за собой обратно. Соло и Трикру может тоже умереть. Визари, тычка тебе стоит. А, ты через телепорт. Ты это делаешь через телепорт, прилетел. Дабл килл, Визари, красавчик. И этого отправил Террор Блейда в таверну. И того Трикру на... Виверне отправил отдыхать. Вот сейчас на самом деле очень круто действует команда Anti-Gaming. Но подкоп идет по Дивайну. У Дивайна очень мало хп. Естественно, надо было хоть как-то замедлить. Щит был использован. Не ожидали ультимейт Дивса. Умирает еще и Мэтт. Но подхватили напоследок еще Конга. По сути, хардлайн. Взяли и всрали. Взяли и всрали коллектив. Все. Теперь уже так просто это сделать не получится. Кто здесь умер? Здесь умер у нас Лич и Шадоу Шаман. У Nature's Profit там пятый уровень, скоро, в принципе, может появляться ультимативная способность по КД выдавать свой в Race of Nature.
где вардинг идет, либо же, нет, это просто обычный вард, ну, так-то Зевс сам, кому угодно и что угодно раздевардит. 56 секунд до ультимейта, здесь Запфета в смоках подходит, надо каким-то образом убить Клида. Клид, если успеет, ну, мне кажется, он не успеет Сифон прожать. Есть экзортизм, окей, так, быстро-быстро, что успеет? Санец, нет, не успел, братишка, потерял сразу болт от Зевса, очень много магического дэмэджа, синий Сергей с Дивайн еще работает, братишка, до свидания, Клид отлетает в таверну, даже... Ничто ему, просто-напросто ничто не помогло этому бедному Деспрофиту. Ну вот как только ты видишь Запфета, понятное дело, что надо как-то либо... А он через Сифон не играет. А, Сайленса нет. Можно было бы и Сифон повесить. Можно было бы, в принципе, экзорцизм юзануть. Ну так, чтобы напрячь. И как только экзорцизм юзается, там парень жил очень долго, несмотря на то, что фикса. Экзорцизм работал, а его команда подошла. Хорошо пытается поймать Запфета. Запфета пытается дать... дает. И не безуспешно Хекс на развороте, но вернулся Клит и Криптсварм в застаненного Шаду Шамана. Там Хо опять нафидел наверху. Нормально. Дивайн свою работу знает. Фростбласт задал. Шилд на Гулю повесил и... В принципе, особо от него действий никаких сверхъестественных не требуется. А вот уже инфест бомба имеется. Если даешь шилд на Гулю, и первый скилл залетит от лича, хорошо, шилд, походу, на Гулю уже не дать. Гулю подкопали, пол лица у тебя нету, дьяволики подрубаются, тут еще и Трикру задает свой арктический плевок. Успел Гуля в колесницу ворваться. Сейчас ХП себе так или иначе восстановит. Что же это будет? Гуля... Ё-моё! У меня лагануло немножечко. Я думал, Гуля в колеснице. Мат, ты, братишка, загулял. Вот он, фростшилл. По-моему, Конг. Стан сразу работает. В Race of Nature. Но не слишком много дэмэдж. По крайней мере, мат, мне кажется, умрет. Еще и фростбласт по нему залетел. Синистер Гейс притянул. Ну, так, на всякий случай, что парень уж точно не ушел. Сентривард есть какой-то? Да, есть сентривард. Но... И вот он ставится, и вот он ставится. Мун видит у нас Конга, у Муна что-то перезарядилось. Нет, у него еще, к сожалению, open ваунсов нет. Но тут Зевс затычковал и молниями, и рукой трекру. И очень много магического дэмэджа в себя Конг впитывает, братан. Ты-то впитываешь, но так или иначе умираешь. Очередной даблкил для команды Anity Gaming. Ну, я не знаю, как так Хоу умудрились нафидить. У них-то лайнап неплохой. Фурион стоял соло на нижней линии. Мун с Дивайном, это, ну, не... Я не знаю, Гуля плюс Лич, они вообще как-то могут противостоять двум станам? Ну, если они могут противостоять, то, по крайней мере, они нагибать их не должны. А там ребята вот фидят, просто-напросто Сэнд Кинг фидит. И что, единственная надежда сейчас на Нейчер, на Дес Профита и Террорблейда. Террорблейд у нас практически шестой уровень, ну, через барабаны парень идет. Гуля вполне вероятно, что даже Мидас быстрее нафармит с Радиансом, чем Сол возьмет условные барабаны и замакшенную Яшу. Неизвестно просто, куда он будет ее максить. Может, здесь действительно понадобится... Ой-ой-ой, Запфета вяжет, тут уже Визарип подошел. Сразу же пеньки, а Хекс... А Хекс почему забыли? Слушай, вот это вот глупо сейчас было. Понятное дело, что у Террорблейда будет... А чё Хекс забыл, парень? Хекс первого уровня, 1.5 секунды. Надо было бы сразу Хекс давать, там пару тычек бы еще залетело. И Эйзер Шок напоследок, там 260... Ну вот затупили сейчас реально. Команда NC Gaming могла бы убить Кора, ну решила, что так они делать не будут. Дивайн на месте, Запфета тоже есть, Визари со своими 70, даже уже практически сотни урона у этого парниша есть, через драмы качается, там вероятнее всего в курьере уже драмов Endurance к нему идет, либо что, да, там уже есть Конг. Встреча с Дивайном. Трикру на всякий случай на подсейве есть. Но 3 в 2 сейчас будут драться коллектив Хо. 2 у Хо. Прилетает мат. И как раз таки 3 на 3 можно подраться. Но Зевса не ожидает. Там еще дабл дэмэдж парень сейчас возьмет. А это 200 урона электрического с руки. Электрического урона с руки. А как звучит? А как звучит? Ох, никого не взяли на ежелильни. Значит, можно, в принципе, так отправить на покой Клида. Клид, Хекс по себе очень много урона от Зевса получает. Братан, до свидания. Зачем тратился ультимейт, я не понимаю. Это можно было бы, в принципе, и без него реализовать. Ну да ладно. Вижу, Террорблейд сместился на верхнюю линию. На низу ему ловить нечего. Видит там по 3 человека, думает, ко мне приходят. Вы что, ребят, вам совсем делать нечего? Не, я, пожалуй, уйду. Ну и правильно, в принципе, сделаешь.
Если сейчас будут смока, даже без смоков, в принципе, можно трикру поймать. У него очень мало муспида, 331, это с башмаком, однако вижна нет. Но, наверное, нанюхали. Понимают Entity Gaming, что где-то здесь в кустиках должен быть какой-то вражеский персонаж. В спину выходит Death Prophet без ультимейта, к сожалению. Ух, пошел чайник, очень мало хп у дивана. Диван, до свидания. Зафета, кстати говоря, тоже умер, но успел змеечки поставить. Двух саппортов отдали в обмен на Лешрака. Здесь, конечно, гораздо лучше файт был для Хо. Несмотря на 4000 преимущества у Entity Gaming, шансы все еще есть. Вот я говорил, залью на Хо, просто потому что у них пик на начальной стадии игры очень силен. И если бы они это реализовали должным образом, каким-то образом закрыв Фуриона и не нафидив наверху, то вполне вероятно, что вот эта вот компаха уже была бы где-то на Т2. Причем очень уверенно, так диаболики работают. По визоре насос сразу же идет. Сайленс по нему, чтобы никуда парень не бежал. И сплит Эрс напоследок. А Сапфетов, зачем ты палишься? Курса чисто, чтобы Зевс никуда не ушел. Конг сейчас будет подкапываться по двоим подкоп. Насос пошел по Зевсу. Зевс, мне кажется, до свидания. Но у него перезарядился ультимейт, он еще и в таверну к себе забирает Конга. Запфета тоже умер, погоня даже за диваном, по нему крипсварм прошел. Пульс снова чуть-чуть не хватило. Слушай, 27 хп парень ушел прям на тоненького. Погоня за визори, по визори тоже крипсварм прошел. Слушай, очень круто клидают крипсвармы. Сальнес на всякий случай опять. Парень только возродился с таверны и сразу умер. Но тут прибегает Мун. У Муна есть ультимейт, несмотря на то, что даблкил сделал Клид. У Клида практически нет хп и очень мало маны, точнее, она на нулевом уровне. Можно так руками догрызть, а можно взять и инфест бомбой убить. Это круто на самом деле сейчас для Entity Gaming, поскольку Мун забрал сливки. Хо делали фраги, нарезали, но капусту снял, конечно, по золоту здесь зарабатывают коллектив Хо, но мы не будем забывать о ценности персонажа. Вы можете повырезать всех саппортов, убить Зевса, но когда приходит мейнкор Гуля, который вот уже на 12-й минуте прям не то что нанюхивает, уже прям в микроволновку, можно сказать, ставит Sacred Relic, ну вот так это опасно. Это опасно сливаться, мы видим, ух, 7600, более чем на 2500, уже считай на 3 сейчас будет обгонять он Террор Блейда, ну я не знаю прям. Что могут противопоставить этому Хо, да, соло-фраги, да, там, Black King Bar, а, Саша Яша, или что это будет такое? Это будет Саша и с последующим выходом в БКБшечку. Визарис Каствэм, прилетели здесь, вижу Запфета, дальше Дивай на своем плече прилетел, будет выдавать свои чайники, а чайники есть. Инфест-бомба далековато, и Гуля, ну и далековато по времени, и время, и пространство, да, скажем так. Теория относительности Эйнштейна у нас тут тоже в дотер, а Визарис, а куда так далеко? Спруты на Vision, есть ультимейты все ключевые, за исключением Сент Кинга, у которого 7 уровень без ультимейта. Да, хорошо, подкоп по Личу, Лича надо сразу убивать, тот на предсмертный просто дает Синистер Гейс и чайник, но чайник, к сожалению, особого импакта не внес. Еще и Запфета прихватили с собой, Каствэя, мне кажется, никуда никто не отпустит, сейчас Сайленс пройдет, даже без Сайленса просто с одним подкопом забрали мидера команды Entity Gaming. Визари пытается сделать ТП, но Клайс своим Сайленсом прерывает его, а вот второе ТП, Визари красавчик. Слушай, Визари красавчик, я это прям не на небал, да, на небал, обдурил, обманул своих оппонентов. Будем выражаться как-то более корректно. Один в Рейс Нейчер, и по сути парень умер. Один ультимейт, а Зевс, вот дал бы ты сейчас ультимейт, сколько у тебя там? 225 у этого паренька, а, плюс еще и магический резист. Не хватает. Муну сейчас, естественно, надо на... А что он через это? Через армлет? Я думал, там будет какой-то... Ну, слушай, может быть, даже алибарда, чтобы предотвращать несанкционированные попытки Террорблейда делать фраги. Азапфета так далеко гулять нельзя. Даже несмотря на то, что у тебя есть визори, сейчас команда Хоу не будет по одному ходить. Вижу, там подтягивается потихонечку Лич. Лича, кстати говоря, на Атос ловит мат. Мат понимает, что не все так просто. Где-то должны быть парниши из Entity Gaming. Ну и все, в принципе, это так просто. Показали, ребята, что мы крутые, вы крутые, да, мы крутые, да. Ну все, давайте тогда отойдем. А, ну давай тогда. Каствей. Встреча с Клидом. Клид там 12 уровня, уже практически 13-го. Какой он там, 40 к урону взял. Ну такой вот нормальный. Нормально у нас Death Prophet. И да, вот он тот самый гоним. Не успели конкретно прям задоминировать Entity Gaming.
Хо до 20 минуты. 17, наверное, даже на 17 минуте, может, 18 будет аганим на тест-профите. Если вы это не сделали, сейчас придется вам играть уже в другую доту. Если сразу вы нападали, действовали очень уверенно, там соло-фраги, вас даже подфиживали наверху, то сейчас уже, ну, вот прям невооруженным взглядом видно, что 14-18 и 3000 нетворса общего перевеса на 16 минуте, это незначительно уже, даже 17 сейчас пойдет. Ну хорошо, хотя бы Т3 надо бы забрать, фортификация не самая крутая, можно было бы повременить, лишние 2 секунды забрать здесь. Трикру пытается откидываться своим бластом. Gold Embers есть, чтобы кого-то, если что, своего засейвить. Ну и Winter's Curse тоже имеется. Вижу я, в спину обходит Lifestealer вместе с Shadow Shaman. Надо кого-то забрать. У Lifestealer и руна инвидимость. Невидимость, инвиза, да, не знаю где. Но ее надыбал Хек сразу же в Трикру. Трикру отлично, минус не будет. Чуть что ни подсейва, ни замедления. И сразу же Мэтта в таверну отправляют. Дабл килл для Муна. А вот сейчас... Хо, если не начнут предпринимать каких-либо действий. Хотя иногда... В принципе, есть такая позиция, что иногда лучше просто ФК постоять в доте, нежели какие-то действия предпринимать. Вот здесь вот под вардом спалился Конг. Ой, хорошо. Слушай, забайтили на байбек. Инти гейминг красавцев. И он еще флексанул под конец, чтобы уж точно и поднять свой моральный дух. Кстати говоря, только-только приобрелась пайпа на третьей позиции команды Инти гейминг. Значит, под вот этой вот аурой и под используемым активным бафом от пайпы можно практически игнорировать вот это вот все количество, огромное количество магического урона. Не знаю, будет ли там щиток, авангард замакшенный, Crimson Guard. Забыл, Crimson Guard, естественно. Ну, ух, Зевс какой интересный. Я, кстати, по-моему, Версута, да, делал обзор на, ну, там, какой-то бредовый, вообще бредейший ролик, но... Ой, как же ультимейт Зевс только что потратил. Ну, хотя бы просто, чтобы просмотреть, где ребята. Понятно, что смока были использованы. Никого не видно на карте. И чё дальше? И чё дальше? Рошана забирать? Винтер Виверна. Тут, слушай, ещё б чуть-чуть и могло подставиться. Клит. Ну, понятно, что просто так он байтить не будет. Показал, что разок по крипам даю один крипсварм, и вам, ребята, тут не поздоровится. Там что-то надо для атак спида, ей бы ещё. После Блэкинг Бара. В принципе, Муншард схавать. Вы прикиньте, как там быстренько духи будут вылетать. Это неприятно. Это неприятное зрелище будет для Инти Гейминг. Так, Мун встреча с Клидом. Клид вынужден использовать либо Сайленс, либо Экзорцизм. Но он решает пока без Экзорцизма обойтись. Но у тебя очень мало КП, братан. Кто же тебя спасет? Я не знаю. Ну, понимаешь, что ты Мун далеко так не, ну, просто не должен идти. Запета сразу отлетает. Какой хорак. Какая хорошая курса. Еще убьют, наверное, да? Дивайна прям свой, братишка, заколотил. Ну, Зевс отомстил за эту курсу. Так, Сайленс проходит по Lifestealer. Мэтта надо бы каким-то образом затычковать. Ну, несмотря на то, что там как-то Визари перекрыл радиус атаки для своего кора. Ну, сам, в свою очередь, затычковал. Там по 200 дэмэджа у Фурион уже имеется. Ну, 160, считай. С Блайдстоуном, я думаю, там как раз около 200 будет. Т2 надо забирать. Конг, эпицентр скастовал по двоим. Мун вынужден просто рейдж нажимать, хочет драться до конца. Open ones по Клиду работают. Клид, экзорцист потратил. До свидания, Клид. Тебя каствейт забирает. И Конг, это просто фидер по КД. Фидер по КД от команды Хо. Зачем так делать? Прям отвратительная игра на Слиткинге. Что мат, что Конг. Два брата-акробата. Стояли в хардлайне 1-6-7, 2-3-6. Ну, бред бредейший. Хо, понятно, саппорт пятой позиции. Но у него-то ассистов 9. Извините меня, и у него 12 уровень, Хо 4 позиции, уровень поменьше. Ну а Хо на 2000, нельзя так играть в Сенкинге. Сенкинг это, если он, ну, жадный, он, это жадный персонаж. Ой-ой-ой, а Зевса там как-то развалили, а зачем там, что он там забыл и каким образом его развалили. Мат через Диаболики и Пульс Нову смог, в принципе, забрать этого засранчика. Ну круто, круто, слушай. Еще, если потянут Энити Гейминг. Они не хотят тянуть. Они вот уже, видишь, потихонечку башни демонтируют. Каждую одну за одной. Тянуть нельзя. Если потянут, там уже Террор Блейд наберет слоты. Вот эту вот штуковину я не знаю, как будет останавливать. Так, очередной подкоп идет у нас по кэри команды Энити Гейминг. У него половины лица нету. Его духи там еще и замедляют. Ну, вот флексит. Прям вот. Как это? Волчком. Волчком укатывается. Мне так нравится эта насмешка у Бары. Прям супер крутая. Манта стайл есть. Вот теперь мне не страшен дождь, мне не страшен град, говорит Lifestealer. Вы меня сайлисите? У меня есть. Манта стайл.
Вы мне какой-то там контроль, какой-то там замедло, физический, магический дэмэдж. У меня есть рейдж. В принципе, мне от вас по барабану на вас говорят. Рошана до сих пор никто не хочет забрать. А кусочек на самом-то деле очень даже и лакомый. Почему бы Рошана забрать и не забрать, я не понимаю. Опа, наш Shadow Shaman. Там 20 получаемому опыту взял. Ему срочно надо 15. Там хексы будут выдаваться по КД. Чуть не подставился у нас парень с блинком. Кто этот парень с блинком? Или как-то там быстро? Быстро улетел тот, в кого хотели влетать Unity Gaming. А блинкдаггера ни у кого нет почему-то. Давайте, да, пройдемся действительно по слотам. Радианс Монтастайл, понятно, сейчас будет Яша Кая на Зевсе. Очередной замес наблюдается. Без маны остается лишь Рак. Лишь Рака надо убивать. Зевс со своей компахой мстит за свою смерть. Ой, гудлайк на Муне. Если отдаст сейчас лайфстиллер этот гудлайк, ну вот камбэчная. Будет звонок из камбэчной. Такое делать недопустимо сейчас для 21 минуты. Преимущество вроде бы небольшое, но и моральная, и физическая доминация, видно, с командой Unity Gaming прям четко прослеживается. Не стал выдумывать велосипед после двух ключевых артефактов. Лайфстиллер. Ну, здесь, понимаете, либо могла быть какая-нибудь Саша Яша, либо тот же самый Армлетов Мордрига. Ну вот, появляется второй артефакт после Радианса. Ну и третьим всегда, вот прям в 90% случаях, лайфстиллер берет на про-сцене, напоминаю, Кирасу. Надо чем-то быстренько затыкать Деспрофит. Деспрофит очень много живет. Ее быстро нельзя тут как-то заткнуть. Как это можно сделать? Ну, то есть, я имею в виду соло фраги. То есть, надо минимум 3 человека, чтобы убивать эту деспрофит. Если нет, да, в ином случае она начинает давать свои скиллы, выдавать крипс-фармы, тычковаться и просто-напросто отхиливаться призраками, что не круто для команды Unity Gaming. Почему ребята не хотят забрать Рошана, для меня это действительно загадка. Сейчас, может, даже Хоа в ответочку заберут Рошика. Так, Трикру. Смока использует, надо бы кого-то поймать. Вижена, к сожалению, ни на кого нет, но вот сейчас Зевс может подставиться. Отличный варзецкий. Видно Зевса. Скан, будет ли? Я не знаю. Зевс палит Конга, палит всех, надо убегать, братишка. Тут невидимость использовал. Откуда сентривард, я не знаю. Не, это просто Конг. Это Конг так четенько проследил, где Зевс. Каствей. Сейчас будет сам выдавать людей кому угодно. Хорошая курса. Ну так, чисто чтобы лайфстиллер не погнался до конца. Ну, братан, Конг. Фид-машина. Фид-машина, к сожалению, ничего отдельного она тут не делает. Был один хороший эпицентр, подкоп красивый. По двоим, Трикру надо как-то сбивать телепортацию. Это делается латник болтом и догрызает Мун его. Минус 2. Байбек может даже сделает и Сент-Кинг, потому что есть эпицентр, есть стан. А Визария далековато. А далековато, а вот твой коллектив, в принципе, недалековато. Синистер Гейс надо по Клиду этому дать. Клид, Сайленс дает, и что дальше? Дальше ничего. И он просто-напросто физически не успеет никаким образом отхилиться своим экзорцизмом и своими духами. Ну, беру свои слова обратно о том, что некому соло-фраги делать. Ну как, не соло-фраги, а быстренько вырезать Деспрофит. Как мы могли видеть, ее вырезали сейчас и вырезали очень даже быстро. Бэкдорить не надо, не те геймик. А, вон они крипы. Вон они крипы идут. А что ты делаешь, Сол? А что ты делаешь, Сол? Ну окей, первым скиллом можно что-то там повыдавать. Ну нормально, да? Нормально тебе живется в этом мире. Так или иначе, вы сейчас потеряете, ну, Т3 как минимум один барак. Слушай, Амуну вообще уже ничего не страшно. У него есть мотостайл, у него достаточно хп, по нему миссы идут. Физический урон, в крайнем случае, от магии тоже есть защита в виде рейджа. Ну и, в принципе, все. Муксу красавчик, да, его тут типают. Мув красивый был. Его чуть ли не подцепили, но он вовремя влез в крипа и инфест бомбой захилился и, в принципе, выжил. А что там? Что там говорить? Unity Gaming 10 тысяч преимущества, вот это уже ощутимая фигня. Террор Блейд не успеет. Террор Блейд не успеет. Надо было бы... Террор Блейд отбрался как раз-таки для того, чтобы перефармить Гулю за счет доминации на линии. Тут пик. Весь Хоа был пик направлен на то, чтобы лайн свой вырезать. Но Unity Gaming это просекли и не стали отставать на одну Рошанчика, да? Действительно, чтобы просто-напросто не достался он Unity Gaming. Иначе, если будет Рошан, это, в принципе, конец игры. Фурион понимает, что не все так чисто. Спалил он уже Конга, пытался его в труды поймать, но Конг среагировал быстрее. Сайленс проходит по Энти. Очень много тратится в этого Энти. Блокинг бара нет, прижать Блокинг бар. Энти еще жив. Конг эпицентр, кстати говоря, тоже не потратил. Подходит Каствей, выдает свой прок... Нет, только болт дал почему-то. Влетает Мун. Вот он ультимейт. Отличный курса. Надо просто бежать, дать курсу и убегать. А Рошанчика кто заберет? Кто Рошанчика заберет? Ох, Мун успел украсть Аегис, хотя силы света его и забрали. Клит умирает, очень много дэмэджа проходит сейчас.
по Солу. Сол потратил, к сожалению, Сандер просто бежать. Хоа, убегать, убегать, ребята. А здесь Визори пытается зазонить кого-то, он просто дает вижен и убивает Сола. С Мэттом сейчас отыграются как с птицей в клетке. Парня поймали, там Визори по нему даже не тычкует. Мун говорит, ну можно мне, пожалуйста? Ну можно мне, да. Муну оставили фраг. Там уже сколько там фрагов на этом Муне-то? Дайте посмотреть. 12-0 парень играет. Ну, Мун, если я не ошибаюсь, сыграл там либо за IG Vitality, либо за каких-то ньюби, ну вот за какой-то такой коллектив. Это вот этот вот Unity Gaming, это какой-то коллектив, стак, собранный как раз-таки этим Муном. Очередное Т3 падает, к сожалению, для команды Хуа. Пытается там неверно чем-то отстреливаться, у нее это не получится, братан. Ты, может, немножко замедлишь Гулю, ну что там, на эпицентр 50 секунд не будет. Очередные змеечки, ё-моё, только ж были змейки, вот очередные. Ой-ой-ой-ой, Трикро, очень мало хп у тебя, у Зевса. Слава тебе, для тебя, слава богу, нету ульты, очень мало хп у Муна есть еще Аегис, он, в принципе, так фривольно себя чувствует. Open Wounds, прям таки по Сэнд Кингу, станов бесконечных не будет. Сэнд Кинг, до свидания. Я, инфест бомба, если что, тоже есть. 2 секунды до Open Wounds. Open Wounds перезарядились. Можно идти дальше в кого-то, но хп маловато. Вот она в чем проблема. Слушай, там крест Соляра уже появляется. Очень круто это для керри команды NC Gaming. Визори. Трикру так, между делом, забрал Трикру, вынужден делать байбэк. Хотя до конца Хоадрат, так или иначе, это best of 1. Нет смысла сдаваться, чтобы потом камбэкать на второй карте. Что может спасти коллектив Хоа? Честно говоря, я вот прям предположить не могу. Один крутой экзорцизм, один крутой эпицентр и курса. Но курсить надо, Визори, да? Визори, либо же Зевса. Муна вы не закурсите. Просто-напросто дэмэджа по нему не хватит. 2100 хп с учетом... А, мисы, по-моему, в курсе не работают. Но и модификаторы атаки тоже, я так напомню. Так что через курсу Муна убить будет проблематично. Аккуратненько, ребята. Хо, нельзя так драться. Ну вот на курса, и чё? Ну вот весь дэмэдж, который проходит. Прям реально смешно. Смешной урон. Мун просто флексит и танцует, понимает. Раков, это как пришел парень на 2К повеселиться, Запфета вяжет, я вижу Соло, это карри-команда. О, хорошо, Запфета надо бы хотя бы Запфета убить, туда ты крипсварм, неужели ты умрешь? Да, крипсварм есть, Запфета хотя бы убили, окей, минус Запфета. Какой крутой чайник от Лича залетает, сразу же минус Конг, очередной фраг. Блин, ну Конг, ну нельзя так физить, Мун видит полудохлого Мэтта, надо бы забирать, естественно. Мэтт красавчик. Прям по таймингам дал сплитош, он, наверное, сам не ожидал об этого. А Каствей там застилить успел чем-то. Ой, прервали, слушай, прервали серию Визори, и этот фраг достался как раз-таки к Лиду. Там еще ультимейт был использован, трикрук Лид. До свидания, Сол без хп остается, у него ультимейт-то есть. Ну а толку-то, в принципе, все живы, очень много байбеков сейчас потратили. Только-только байбекнулся, лишь раг и сразу в фикса попал, братан. Ну как так-то? Ну и конец, это уже конец. После байбека Клид сейчас опять же подставляется. Пытается жить, ну, Запфета уже ничего не жалко. Выдает он все, что только можно. В принципе, понятно. Здорово.